Всем привет, друзья! Это канал Мусалим. В работе у нас Kia Sportage. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Этим максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с поливизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок на место, установить колесо. Ну а пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он блокшот. Толщина его 7 мм. Владелец согласился, пока сохнет, работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!